моих планах на этот автомобиль. В общем-то, автомобиль уже практически в идеале. Весь по техчасти, по кузову, все везде, где нужно, все вырезано, заварено, переварено. В общем, движок просто шепчет, все ништяк. И, ребята, хочу поставить музон, уже процесс пошел. Итак, ребят, задумка такова, в общем, это видео, знаете, громкий автомобиль называется. Я делаю проект сейчас новый для вас, для меня. Вы мне будете писать, какие треки включать. Будет очень громкий автомобиль. Вообще будем просто веселить народ, ездить по городу, кататься. И вообще будем слушать музыку. В общем, ребят, смотрите дальше. Скоро включим трек Санька на полную громкость, чтобы услышал сам Санек там наверху. Итак, ребят, я надеюсь, среди всех, кто смотрит это видео, по-любому есть, кто любит автозвук, кто любит послушать музычку погромче. В общем, как раз это видео для вас. Или просто, блин, поменять магнитолу в свой автомобиль, да? Я очень долго выбирал эту магнитолу. Это Kenwood 124. Это магнитола процессорная. Там просто миллионы настроек. Ну, не миллионы, конечно, но очень много настроек. Привыкать надо к менюшке где-то в течение часа. И то, блин, с первого раза не привыкнешь. В общем, она процессорная, ребят. В общем, ребят, вся суть этой магнитолы — это добиться качественного звука, очень качественного. Здесь много настроек, просто много настроек, разные уровни. Есть отдельный выход на сабвуфер, то есть можно все полностью отрегулировать под себя. Я уже пользуюсь этой магнитолой месяц, и вообще меня прям все устраивает, просто бомба. Штатные динамики она прям раскачает на все, ну, 100%, ребята, если у вас штатные динамики в штатном автомобиле, она их раскачает. Итак, друзья музыканты, следующий компонент у нас усилитель. Без усилителя мы вообще не сможем построить хороший автозвук. И я думаю, вы поняли, что без усилителя даже можно не пытаться вообще-то что-либо делать. Качества не будет, громкости не будет вообще никакой. Выбрал я усилитель фирмы Урал, четырехканальный, с выходом на канал 120 Вт. В общем, плюсы этого усилителя и вообще, почему я его выбрал. Выбирал я его, скажу так, вообще в течение недели стабильно, каждый вечер сидел, гуглил по 30, по часу где-то, по 30 минут до часа времени. Гуглил, сидел, в общем, именно выбрал, смотрел плюсы-минусы, смотрел видео о ремонте этих усилителей и, в общем, узнал следующее. В этом усилителе отсутствуют шины. Шина — это такая металлическая скоба, ну, в общем, можно сказать, такая проволока длиной 10 сантиметров и загнутыми кончиками. И эти кончики входят в плату, и там по микросхеме она соединяется. Эти шины греются, эти шины, расстояние у них маленькое между шинами. Оно примерно составляет от миллиметра до 2 миллиметров. Эти шины греются. И если у вас усилитель установлен вообще на корпус сабвуфера, то есть они резонируют и происходит короткое замыкание. В данном усилителе шин вообще нет. Просто-напросто нет. Такая конструкция, ребят. Все, как говорится, соединено по плате. И самый огромный плюс — это вот... Далее наблюдаем, ребята. По бокам схемы расположены такие чипы, да? Назову я их так, чтобы было понятно простому человеку, да? Вот эти чипы, они, в принципе, такого хорошего размера. И плюс корпус данного усилителя очень большой, очень увесистый усилитель. То, что перегреть его практически невозможно. Хотя это класс АБ. Ну и коротко, ребята, расскажу сейчас про данный класс усилителей. Это АБ, как я повторяюсь. Я почитал много форумов. И вот именно этот производитель, люди пишут, то, что он не нагревается так, как остальные производители. Остальные производители греются как утюг. Вот. Я его использую почти на всю мощность. У меня выключенный вот этот вот гейн там есть. На всю. И он у меня тепленький, ребята. То, что как бы ожидания оправдались, да. И еще есть один класс усилителя. Это D. D-класс используется для такой акустики, где она, знаете, играет очень долгое время. Ну, на протяжении нескольких часов. Да. D-класс усилителей, он менее нагревается, у него своя такая конструкция, но и он не выдает такой громкий звук, понимаете, такой прям, ну, громкий звук, высокие частоты, да, он не так выдает, как выдает АБ. Это совсем разные вещи, просто абсолютно разные вещи. Класс D —
Это, можно сказать, почти как моноблок, да? Он подходит больше для низких частот, для средних низких частот. А высокие частоты, ребята, это только класс АБ. Все. Другого как бы не дано, как бы люди не придумали, да? Вот. Еще есть, конечно, следите отдельного класса, это А, вообще отдельно А. Но, блин, они греются, они вообще дорогущие, как бы, ну, просто вообще, ну, по крайней мере, они потребляют очень много мощности, в отличие от АБ и Д. Д вообще практически не потребляет мощности. Ну, короче, погнали дальше, ребят. Если, ребята, сидеть в этой машине, то просто, блин, вот, я вот говорю, две песни вот в дороге, да, вот, блин, просто вообще невозможно. Просто вот две песни максимум. Потом у тебя в ушах все звенит на протяжении, не знаю, часа или полтора. А то и двух, ну, по привычке, блин, часа 3-4 у меня такой звон. Стоит в ушах, блин, вообще просто трэш. Ну, а так, в принципе, все по кайфу, ребята. А, все в процессе, как говорится. Процесс, еще раз повторяюсь, не быстрый. В принципе, усилитель куплен, магнитола куплена. Еще надо будет купить две пары блинов в двери. И плюс, либо куплю колоночки S90. Но S90 вряд ли потянут, они, наверное, сгорят от усилка. И, скорее всего, блин, ребят, сделаю переключатели такие. То, что у меня будет фронт, два выхода. Будут переключаться, короче, на задние колонки, которые будут установлены в кузове этого автомобиля. Я думаю, нормальненько все будет четенько, ребят. Вот надо, единственное, остается подумать, сообразить, как сделать так, чтобы эти две колоночки, чтобы стояли, ну, чтобы нормально, да, чтобы либо, ну, S90, повторяюсь, вряд ли они выдержат, просто такого размера будут колонки, как S90, но блины будут другие, либо те же самые 25-ки, буду брать 4 пары и собирать уже самодельные колонки, вот эти вот такие большие, объемные. Ну, короче, посмотрим, ребят, все будет скоро, ну, как скоро, я думаю, блин, пару неделек-то точно надо будет подождать, пока это все собрать, пока это все подсчитать, подумать, чтобы бас тоже нормально был. Но, в принципе, со стратками, в принципе, басов, ну, априори не может быть. Короче, как-то так, ребят, еще надо всю эту тему изучать, блин. Я так-то люблю автозвук, блин, по молодости занимался. Сейчас уже забыл, спустя 10 лет все вот это вот. И раньше такой информации не было, в интернете вообще ничего не было. Сейчас хоть можно что-то погуглить, посмотреть, почитать там отзывы и так далее вообще, поизучать. Вот, ну, короче, ребята, всем спасибо, всем ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. Скоро будете вы мне скидывать свои любимые треки, и мы будем их включать. Выйдем куда-нибудь в людное место, на какой-нибудь перекресточек такой оживленный, и включим трек, ребята. Еще надо будет сюда посадить девочек, чтобы они танцевали в этом кузове. Тогда вообще будет улет. Ну все, всем до свидосик, ребята.